я приветствую всех, кто взял в руки книгу «Востоковедение». Эта книга неисчерпаемая, увлекательная, интересная. Может быть, не все будут читать эту книгу всю жизнь, но все равно через нее вы приобщитесь к новым мирам, новым цивилизациям, успехов, удачи, вдохновения. Нынешний форум, проводящийся в Московском городском педагогическом университете, посвящен теме, которая является весьма актуальной и весьма обширной. Это языки и культура стран Восточной Азии в образовательном пространстве. Тема достаточно актуальная, и она отражает возросший уровень научных исследований, которые проводятся в рамках нашего университета. Обратите внимание, какие разнообразные по тематике доклады, выступления. И мы обращаем внимание на те исследования, которые проводятся в университете, для того, чтобы учитывать их в практике работы с зарубежными странами Восточной Азии. Очень приятно принять участие, вот, принять решение участвовать в первой международной конференции. Вот, наша организация, которая Центр русско-гуманитарного сотрудничества, находится в Москве, занимается вот этим вопросом. Между российско-китайские отношения, там, образ образования, науки, технологии и культуры. Вот, что мы почувствовали вот эту ближайшие последние 2-3 года изучения китайского языка в России, в Москве уже не на один раз стало больше вот, количества. Да, были очень большой интерес, и каждый год и больше, и больше. Я так понимаю, что этот форум первый, но он не последний, и мы являемся свидетелями этой истории, когда будет формироваться вот эта традиция проведения форума в замечательном университете, в Московском городском педагогическом университете. Большое спасибо всем!